13 июля прошло 43-е заседание Десногорской избирательной комиссии. На повестке дня стоял один вопрос. Регистрация кандидата депутата Смоленской областной думы 6-го созыва Васенко Михаила Васильевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленского региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу номер 15 при проведении выборов депутатов Смоленской областной думы 6-го созыва. Вот данный вопрос сегодня у нас будет рассматриваться. Поэтому предлагаю на основании вышеназванных документов и проверки следующее постановление. Первое. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва Васенко Михаила Васильевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу номер 15 при проведении выборов депутатов Смоленской областной думы 6-го созыва. Дата регистрации 13 июля 2018 года. Время регистрации 13 часов 7 минут. Второе. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 15 Васенко Михаила Васильевича удостоверение установленного образца. Третье. Опубликовать настоящее постановление в очередном выпуске Десногорской городской еженедельной газеты «Десна» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования города Десногор Смоленской области в информационно-телекоммуникационной системе сети интернет. Вот данное предлагается вам проект решения. Какие будут предложения по данному проекту решения? Есть предложение принять данное решение и утвердить. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Председатель избирательной комиссии Михаил Хоботов вручил удостоверение на выборы депутатов Смоленской областной думы 6-го созыва кандидату Михаилу Ласенко.